Всем привет! Я Тимофей Лапшин, и это новый выпуск Лапшин Лайн. Давайте в этом выпуске мы сначала посмотрим на это красивейшее место в Норвегии, Шушен, с высоты птичьего полета, и отправимся дальше на первый этап Кубка мира в Остерсун. Ну что, погнали! Мы еще не собраны. Надо собираться. Вася, кидаю гранату. Ну вот, другое дело. Погнали дальше. Сам себе Магеллан. Изведать мир, дай мне только повод. Что мы... Это на сегодня мое местечко. Занял все 5 штучек, где буду спать. А может и нет. В принципе, выспался. Ну ладно, все, погнали. Если хотим мы напиться свободы, пакуй зеленый чемодан, огненная вода, дым из ушей, воду кувырок. Не верится, что дома был еще вчера. Здесь очень красиво, но нам идти дальше, ведь ноги до ныне не только... Остановились тут покушать немножко в каком-то таком заведении. Я так понимаю, что это еще Норвегия. Вот, и здесь, наверное, все будет дороговасенько. Ну, вроде как нам оплатят обед. Нам платят обед? Ну, это не точно. Короче, мы тут сидим и едим. Такой мужичок сидит. То есть... Very nice to you, station bird. Таких я еще не видел, честно говоря. Усов и бороды. Мне таких еще растить и растить. Вот посмотри, какой тебе надо. Это знаешь, деревня дураков. Да, да, да. Только у него борода. Да, 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 там вот такие же усы. Чуть-чуть перекусим. Влипли. Ну все, покушали и едем дальше. На фоне мест знакомых немногих. Где взять хэш? Лучше спроси себя, на кой хер тебе ноги. Пробки. Водитель-то у нас московский. Ну так в Москве все делают. Типа пробка стоит, а чуваки все фигачат по левой, которые типа свободные. Почему? То что все дебилы-то справа стоят? А потом такие, о! И такие, извините, пожалуйста, можно я встроюсь вот сюда вот? Вот все приезжие так рассуждают. Потом чуть поездить так же будет делать. Так я так же делаю. Без границ и бумаг, без долгов и зарплат, люди не поймут. Так, все, мы поехали в отель, заселяемся сейчас, уже делаем перестановочку, потому что кровати были соединенные. Сейчас я вам покажу, как это было и как это стало. Сами оцените, напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Короче, было у нас вот так же тоже, но мы немножко поменяли. Короче, по фэншую все. Другое дело.
идем, короче, поесть сейчас, поужинать. Живем на втором этаже. Гостиница небольшая. Но, в принципе, такая уютненькая. Нормально. Сейчас посмотрим, что тут в ресторане дают. Так, сразу у нас кофеек, тут печенечки, хлебушек. Здесь, кстати, вафельница. Можно вафли делать. Капусточка. Тут у нас макароны с соусом. Здесь мясо, оленина, похоже. И картошечка со сметаной. Ну и все. Здесь, короче, из кухни прям можно попасть в спортивный зал. Короче, что наел, то сразу здесь сжег. Очень удобно. Здесь вот такой вот уютненький холлчик у нас небольшой. Здесь бар. Ну, кстати, не видел, работает он вообще когда-то или нет. Мы в том году жили на чемпионате мира на первом этаже. Вот здесь, конечно, поудобнее было. А вот здесь есть закрыто. Раньше можно было стираться, а сейчас закрыто. Ребят, а еще я продал свою вот эту оранжевую гонку, и у меня теперь нет машины. И я хотел бы запустить вот этот челлендж. В котором мы будем зарабатывать на машину практически с нуля. У меня есть только 600 рублей, те, которые я выиграл у тренеров. Вот здесь подсказочка будет на этот выпуск, можете посмотреть. Посмотрим, сколько удастся накопить. Копить будем именно на призовых деньгах, то есть с 1 по 20 место дает IBU. Плюс мы к этому еще будем устраивать батлы со спортсменами, возможно, с тренерами, еще какие-то споры, я не знаю. Ну, в общем, увидите по ходу сезона. Может быть, вы напишите в комментариях, с кем можно зарубиться, у кого можно выиграть. Поэтому пишите в комментариях. Но я бы хотел сразу сказать, что не все, конечно, деньги пойдут на машину, на приобретение машины. Я думаю, что всего 40% я могу на это выделить. Почему 40% только на машину я могу потратить? Потому что еще плюс 10% я должен своей команде выделить, которая также мне помогает во всех планах. Это как смазки лыж, так в массаже, так как тренеры тоже. То есть мы все единое целое, поэтому делиться надо, поэтому вы должны понимать. Ну и 50% я, конечно, должен что-то себе оставить. Ну, в общем, давайте смотреть по сезону, сколько получится и возможно ли вообще заработать в биатлоне, сколько можно заработать. Мы все увидим. Погнали! И сейчас же мы уже идем к моему другу Мартину Очу нашу. Мне нужно передать, Ольга передала Наташке Бурдыгер, его жене, подарочек. Вот. И также мы с ним попробуем сделать батл. Вот, не знаю, он согласится или нет, но посмотрим. Привет! Привет! Это я, да. Я. Слушай, ну вот он, твой подарочек. От кого? От тебя? Это от Ольги. Там, для меня? Или для жены? Там подарок, в подарке, короче, посмотришь. Короче, у меня тут такая тема. Я, мне, короче, продал свою машину. И у меня такой челлендж. Я, короче, куплю на тачку за счет призовых денег. Ну и за счет каких-то батлов, которые буду устраивать с спортсменами. Короче, у меня сейчас в банке есть 600 рублей. Это 10 евро. Даже меньше, это 10 долларов. Короче, мы можем с тобой зарубиться на спринте. Кто будет выше, тот такие эти деньги забирает. То есть мы вот ложим, я ложу 600 рублей, ты 600, ну 10 евро, к примеру. И тот, кто выигрывает, тот забирает. Кто-то возьмет. Только да. Для Остерсунда или еще ты его 5? Не, ну вот спринт, следующий спринт. То есть как. Хорошо, смотри. Все, короче, у нас первый батл начинается. Спринт покажет, короче, все, кто сильнее, кто заработает. Может быть, подниму, а может быть, все проиграю, у меня будет, вообще не будет денег. Или после сезона покажет, какая машина. Ну, после сезона тогда там посмотрим. Может быть, вообще не накоплю и вообще машину. Маршрутку будешь ездить. На метро буду ездить. Давай удачи. Все, короче. Вот такие дела. Это тебе чё? Спасибо, что согласился на батл. Нет проблемы. Будет к чему стремиться.
Да. Чтобы Тимур на хорошей машине ездил. Это первый батл, дальше будет больше. Можем даже красиво. У меня просто призывать. Больше в банке нету. Я бы больше поставил. Кстати, если забыли, он тоже чемпион мира по летнему биатлону, так же, как я. Поэтому я и пришел к нему. Я ему забрал все, что бил. У него просто день рождения был, я как бы ему специально. А это тоже, Эдик Латыпов тоже сказал. И как бы мог тебе подарок собрать? Ну, спасибо вам, друзья. Я, кстати, реально об этом думал. Да, ну, блин, у него день рождения, думаю. Ну, ладно, пускай едет. Да. Ладно, все. Все, спасибо. Пока. Чао, чао. Ребят, ну что, у нас следующий день. Сегодня неофициальный день, когда я могу снимать. Я вам говорил уже про правила. Поэтому сегодня будет очень сложный день. Нужно пройти материальный контроль, нужно пройти видеопроцедуру, знаете, там, которая вот когда поворачиваешься. Вот эти, постараюсь для вас это снять, вроде как это можно снимать. Вот, а также отправимся на тренировку, где я вам покажу превью трассы, по которым мы побежим. Постараюсь показать все круги, 1.5 километра, 2.5, 2, 3, ну, короче, все круги, которые побежим мы и девушки. Постараюсь рассказать, чтобы у вас было представление не только по ТВ-картинке, а еще более глобально, более детализированно, так скажем. Ну, в общем, обо всем об этом давайте по порядку. Погнали. О, я. Ну что, у нас вот приехала машинка вот такая, Еврокар. Сейчас мы сюда загрузимся и поедем на трассу. У нас так машина здесь только одна грузовая осталась. И она уехала с сервисом. Поэтому мы будем ездить на заказных шаттлах. Ну, то есть, как заказал на какое время. Либо, по-моему, есть еще такой вариант. Через каждые полчаса они приходят, большой автобус. Но сегодня не официальный день, поэтому надо было заказывать. Все, погнали на стадион. Сейчас заезжаем на стадион заднего входа. Здесь стоят фуры у нас уже. Чешская, немецкая, русская, австрийская. И вот здесь отдельно французская. Там, кстати, уже Family Club вроде как работает. Вот они тут все в ряд стоят. Фуры и командочки, у которых есть деньги на такое. Нашей команды нет, к сожалению. Хотелось бы тоже иметь такую. Здрасте. Всем привет блогерам. Что, заходим? Здравствуйте. Привет, Тимоха. У меня когда-то тут тоже были. Мой забор красненьких. Тут сейчас только что-то какой-то небольшой заборчик остался. Сейчас только желто с черными тут. Раньше тут было все красное. Но это было давно и неправда. Так, ну что, где мои ботиночки? Так, сильки держи. А что, отдельно что ли подали? Ну я из коробок вытащил, там сколько. Ну конечно, да. Ну классику они еще не допилили, я так понимаю. А это тут прикольно. А это уже сделано по моему заказу. Вот это. Давно не виделись. Как дела? Да, у тебя нормальный флаг тут хоть. Туда хочу. Уже было. Уже надо Китай, кстати. Я смотрю, тут раньше было все в красном цвете. А сейчас все в желтом, черном. Ну там маленькая, скудненькая. Ну что, я вижу. Хорошие ботинки. Ищу свою кабину, что-то не могу найти. Здесь вот вакс кабины все. Маршус, Фишер, Ванвей, Маплюс, Альпины. А там команды на той стороне. Но я пока что-то не увидел. Нашу, на китайский, поближе к стадиону, похоже, потому что Олимпиада. Короче, мы еще круче китайцев, мы вообще самые топчики, просто ближайшие вакс-кабины к стадиону. Сейчас иду на материальный контроль и на делаю где видео, короче. We'll be right back.
3515. Это, короче, бэкграунд. Съемок. Вот это как делается изнутри. Action. Perfect. Thank you very much. Yeah, it's good. Все, вот так делается видео, которое вы видите на экранах телевизора. Все, на этом мы закончили. Выбили тут номерочек вот такой. В этом году не фамильный, потому что в прошлый сезон я провалил. Так, ребят, ну что, начнем наше превью. Отсюда мы стартуем. Здесь у нас трибуны справа остаются, слева у нас стрельбище. Все, а мы двигаем вперед. 200-300 метров равнина у нас, и все, идем в первый подъем. Погнали. Так, мы подъехали к первому подъему. Здесь вот у нас разделение идет. Сюда все круги 2,5, 3,304 уходят. Четверка у нас еще уходит вот сюда. Все, там загорожено сейчас, вот не видно. Маленькая петелечка, и сюда вниз тоже уезжаешь. А сингл микс проводится вот здесь, вот в этот подъем. И уходишь вот прям наверх, и там направо. Сейчас я вам покажу подальше. Вот здесь я подошел к этому месту, где сингл микс у нас поворачивает вот здесь. Здесь фишка сейчас еще не поставлена. Здесь вот стоит камера, с которой вы будете наблюдать все это действие. То есть на каждом, в принципе, кругу здесь камера будет снимать. Ну а мы продолжаем. Сейчас я стою на спуске. Вот сюда уходит 2 километра и 2,5 километра круги. А сюда у нас идет 3,300 и 4 километра. Поехали дальше. Вот здесь я бы вам хотел сказать, что очень такой сложный вираж. Сейчас вот не такая скорость высокая. А когда здесь лед, это вообще здесь выкидывает. Вылетаешь сюда. Я просто сейчас притормозил немножко. Если здесь не тормозить, то маленький подъемчик, залетаешь вообще на раз-два. Так, у нас сюда уходит 3 километра круг. 3 километра. Так, у нас кто? А, это девчонки здесь бегут. Индивидуальную гонку. А четверка сюда уходит. Итак, у нас вот сюда уходит спуск до самого низа на четверку, а вот сюда уходит на 3,300. Мы войдем сейчас на 3,300. Четверку, потому что там уже нечего показывать, никаких отворотов нет. Вот сейчас я стою, вот оттуда я приехал от 3,300, ну то есть 3,300 здесь выходит, а четверка идет вот оттуда, то есть подъем, еще переходит подъем. Я вам скажу, четверка здесь очень тяжелая, да и 3,300 тоже, да все, в принципе, круги тяжелые, есть свои какие-то нюансы, поэтому стоит это учитывать. Перед тем, как бежать гонку, надо все продумывать, планировать, где, как ты пойдешь, как ты будешь поворот проходить и так далее. Ладно, подвигали дальше. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rip. Здорово. В общем, сейчас я здесь на пересечении тройки 3,300 и 2,5. Всю картинку вы видите. Вон прям там сверху будет камера стоять.
с которой вы смотрите картинку всегда. Control a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Сейчас я нахожусь вот на вот этом подъеме. Вы его прекрасно все всегда видите вот с этой камеры. Вот он очень неудобный, очень узкий. И резкий разворот на 360 градусов. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get it started, get it started, get it started. Let's get it started, let's get it started in here. Let's get it started, let's get it started in here. Let's get it started. Наш выпуск подходит к концу. Что бы я хотел сказать, мы очень много работали командой, очень много тренировались, и сейчас пришел момент, когда уже нужно показывать результат. Сегодня уже будет две эстафеты, в которые мы побежим с Анькой в микс эстафете, но не сингл микс, а в обычный. Вот решили так пойти, потому что она немножко попроще и будет нам лучше для спринта, я думаю. Ну а вам спасибо, что ставите лайки, что подписываетесь на мой канал. Рот у меня немножко замерз, поэтому говорится не очень. Давайте наблюдать, накоплю я на машину, на какую машину. Подписывайтесь на мой канал, дальше будет только веселее. Все, а мы полетели. Yeah.